Да, просили сюда, нарушает права гражданские. Что провели с ней беседу, как себя вести в общественном транспорте. Если вам не нравится, можете присесть. Это вам должно быть не нравится. Меня все устраивает. Вас не устраивает, нас не устраивает. Понятно? Кого вас? Вы должны пересесть. Попросили заглушить музыку, слушать на весь вагон. Девушка в наушниках музыку слушает. В нравится. Общественном транспорте. Не ей, представляете, я в наушниках. Ну вот сядь это друзья подальше. Но мы это так же попросили, чтобы она пересела. Проведите беседу, что в общественном транспорте музыку должна слушать только она. И никто больше. Ну отсядьте подальше, ну вы взрослые люди, проблемы делаете, ничего, отсядьте друг друга подальше. Пожалуйста, это же общественный транспорт. Так ваш человек общественный транспорт. Да. Ну сделайте вам музыку потише, видите, не нравится. Да. Вот сейчас вот поезд задержится, вас, всю станцию задержится. Вот сидит рядом женщина, никому не мешает. Давайте, да, отсядьте вас подальше, не будем поезд задерживать, взрослые люди. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новые Черемушки. The next station is Новые Черемушки. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам детей и беременным женщинам.